Напомним, что налог на добавочную стоимость вырастет на 2% с 1 января 2019 года, с 18 до 20. Настолько же должны вырасти и тарифы за услуги ЖКХ, считают в Федеральном Минэкономразвитии. Мера позволит сохранить стабильное состояние ресурсоснабжающих организаций, отметили в ведомстве. Ударит ли это по карманам горожан и как они оценивают нынешние тарифы, мы спросили у прохожих на улицах Оренбурга. Ну, это очень плохо, конечно, но думаю, нет, я бы не ощутил. Ну, я сейчас живу от родителей раздельно. Поэтому, ну, ощутимо мне одной, да. Это всегда заметно. Конечно, это плохо. Вопрос такой, почему у нас все время растут цены для пенсионеров тоже. Для некоторых 2% это вообще ничего. А для других, которые молока себе не могут купить, там, или печенье. Для меня сейчас весомые, очень даже весомые. Еще добавят, еще весомее будет. У нас в месяц выходит где-то около 3000. В принципе, нормально, мы как бы... Коммуналка дорогая, еще дороже она, когда ты платишь за съемную квартиру, но 2% на карман, ну, типа, не ударит сильно. Было опрошено около 20 человек. Большинство отметили, что 2% не так много, однако существующие тарифы, по их мнению, и без того высокие. Наталья Богданова, Александр Грачев, городской телеканал ЮТВ.